Это случайность. Парень, которого ты поймал, убийца. А мне дадут награду за храбрость? Нет. Ты станешь офицером полиции. Я уже закончил разговаривать с начальством. Просто думай, что это игра в полицейских. Необученный гражданский и незрелый чеболь в третьем поколении. Посотрудничаем. Уверена, он создаст проблемы. Сообщили о несчастном случае. Конечно, ты должен идти. Пожалуйста, успокойтесь. Я полицейский. Это отличается от фильмов. Да то же самое. Ты преследуешь преступников, действуешь инстинктивно, арестовываешь и задерживаешь. Останови машину. Мы из полиции. Я буду использовать любые способы, чтобы поймать преступников. Вау, брат, ты правда? Я возьму тебя туда, где не работают деньги и власть. Скоро в озвучке Дублик ТВ.